Ну, вот это верхний социальный переулок рядом с Курским вокзалом, с метро Курская. Вот он. И здесь, видите, идет строительство многофункционального комплекса с гостиницей. Прям вот около Курского вокзала. Между Курской и как раз вот этим верхним социальным переулком. А там Садовое кольцо как раз. Уже. Ну, давно тут хотели уже строить все это, но как-то все. Долгое время пустовала площадка, но все-таки вот приступили к строительству. Судя по всему, не так давно. И вот уже вот так все это выглядит. Через годик-другой вырастет уже большой многофункциональный комплекс здесь. Ну, вот торговый центр «Атриум». Ну, а вот как выглядит со стороны вестибюля станции метро «Чкаловская». Вот эта стройка. «Чкалов» называется. Многофункциональный комплекс. Ну, очередные жилые дома, может быть, ну, гостиница. Вот, «Живи на Садовом». Дом «Чкалов». Вот. Так что вот это пространство все займут. А это как раз площадь Курского вокзала. И туда он дальше, Курский вокзал. И вот как раз вход в метро «Чкаловская». Субтитры.